Девочки, привет! 15 тысяч рублей. Чтобы купить самый шикарный наряд для знакомства с родителями жениха. Ну, значит, пойдем тратить. 3 часа на шопинг. Вот, отличный вариант. Теперь осталось выбрать обувь. Иду мерить, ждите меня в новом образе. Подойдет, подойдет. Меряем, девочки. И одна цель – стать королевой. Девчонки, держитесь. Самый актуальный проект этого сезона – «Королева шопинга». С понедельника по пятницу. 8 утра на СТС. Леня, вали отсюда. Жил на Руси богатырь один. Алешей Поповичем звали его. И была у него прекрасная любава. Все, сил моих больше нет. Алеша? Но как-то повстречал Алеша красавицу с Востока. И пропал бы богатырь русский, если б не друзья и женушка родная. Царица! В субботу Алеша Попович и Тугарин Змей в 19:30. 3 богатыря и шамаханская царица в 21:00 на СТС. Где Тимур? Он в огромной опасности. Что? Что вы сделали?